Мераба, мои дорогие зрители из района Тосмор, я вас сегодня беспокою. В одном из самых лучших проектов района Тосмор, можно сказать, что также в нескольких районах, где есть Олимпийский бассейн, около речки Дим. Проект называется «Сказка». Продается хорошая 2 плюс 1, просторная, так больше не строят. 118 квадратных метров полезная площадь у этой квартиры. Восточная сторона, отсюда видно море. До моря максимум где-то 400 метров, 380 метров. Я пройдусь к морю. Здесь прогулочная зона до моря, подземный переход, песчаный пляж, плавный вход. В речку уже месяц как полностью каждый день спускают. То есть там прохладно на данный момент, хороший ветерочек дует. Здесь в Алании у нас 8-9 месяцев жарко бывает, из-за этого в основном в этом районе вдоль речки Тим бывает прохладно, и кондиционером редко кто пользуется. Открывает двери, сквозняк достаточно для проветривания квартиры, и можно спать с полным кайфом, так скажем. Огромный бассейн, там есть горочки. Обновили зону барбекю, я его тоже покажу вам. Там теннисный корт. Открытая парковка впереди блоков. Она состоит из раз, два, три, четырех блоков, но в каждом блоке два блока. Восемь, да. Не буду томить вас. Здесь у нас живут голубки. Вот видите, там детеныш еще нет. Птенец родился. Так, огромный первый балкон. Второй балкон поменьше. Балкон застеклен. Вот такой интересный вид. Также отсюда, если сядете, здесь есть кусочек вида на горы. Вот смотрите, какая огромная гостиная, совмещенная с кухней. Также вы можете сделать перегородок, отделить что-то, если захотите. Можете отсюда сделать две комнаты, если желаете. Вот здесь поставить, отделить столовую. Ну, много чего можно сделать. Телевизор, хек. Многие знают об этом проекте. Кондиционер фирмы Копа, инверторная, новый поставили. Симис, бытовая техника. Этот проект был сдан 2007 год, да. Так. Интернет тоже есть дома. Встроены шкафчики глубокие, как видите, до потолка. Ну, заезжай и живи. Квартира под ключ. На этаже две квартиры. Ага, это медь. Люстра. Так, здесь у нас первый санузел. Квартиру продает друг. Из-за этого познакомлюсь с другом. Сядем, обсудим детали. Можем помочь с перестановкой денег. У нас официальное представительство Золотой короны в Алании, в районе Махмутлар, около башни часов. Кого интересуют денежные переводы, также обращайтесь, поможем. А здесь зеленый оценок. Угу. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Здесь у нас балкончик. Это можно отделить. Это пожарная лесенка. Так. Сеть магазинов ШОК, фруктово-овощной магазин, там сеть магазинов БИМ и рестораны, все вот на этой улице, там пекарня и тому подобное.
Вот, здесь открытая парковка, уже обсудили с управлением, что закроют, сделают как крытую парковку, вот сверху шалаш как бы, да. Айда 1250 лир. Так. Тут также есть встроенный шкаф. Накопительный систем бойлер. Стиральная машинка Siemens. Так. И вот санузел. Большая душевая кабинка. Маленькая. В ролике маленький видно. Это спальня у нас где-то 17 квадратных метров. Вся полезная площадь. Окно. Угу. Даже есть телевизор, арчелик. Высота потолков 265-270 сантиметров. Проветривалось. Все, спускаюсь я вниз. Кстати, глазами все видно вот так. Речка, горы. Зеленая территория большая. Вышел я из квартиры. Здесь лестничная площадка. На этаже две квартиры. Высокий этаж. Седьмой. Так. Вместим 4 человека. Вышел я из лифта. Так. Есть пандус. Вот здесь делают навес над машинами. Смотрите, да, огромная территория. В любом месте можете остановить машину, где будет свободно. Есть охрана 7 дней 24 часа. Или там двери, пульт. Выйдете на проект. Ресторан функционирует. Туда не буду подходить, потому что людей будут сейчас жаловаться, что не снимай нас. Видите, какая зеленая территория, фруктовые деревья тоже посажены. Даже груши я видел где-то здесь. Оливковые деревья. Скамеечки. Вот там. Внизу есть фитнес. Кажется, сауна тоже была, не помню. Детский бассейн. Есть теннисный корт, есть генератор. Граната дерева. Можно тоже пособирать. Беседки. Ну, день рождения отмечать. Также у речки есть ресторанчик в той стороне. Здесь зона барбекю. Это новое поставили все. Сменили, тоже изменили. Да, видите, как интересно сделали зону барбекю. Угу. И там также кухня есть отдельно. Так. Ну, напишите комментарий, дорогие зрители. Реально, как бы сказка у реки, у моря. До моря здесь, сказал, 380, пройдусь к морю.
Вот мандарины, кто не видел, покажем. Вот груши, кто не видел, покажем тоже. У нас тут калитка. Тут тоже беседки есть, и километр. Также в той стороне есть зона пикника, детская игровая площадка. Ну, прогулочную зону тоже километр. И тут кто с собачками прогуливается, кто с детьми, кто... Также есть рыба, можете взять удочку и словить. Вот за этим зданием у нас первая береговая линия, подземный переход. Сейчас пройдусь туда. На территории проекта также есть детская игровая площадка. Вот, такие вот спортивные оборудования установила мэрия. Также там беседка впереди. Можете даже найти место, спуститься к речке, поставить свой стул, взять раскладной, самовар. Что-то музыку поставить и отдохнуть. Это чистейшая вода. Плюс 6, плюс 8 градусов, она впадает в море. Из-за этого здесь этот пляж, один из чистых пляжей. Кстати, также в этом проекте у меня продается 2 плюс 1. По очень хорошей цене, 137 200 евро. Второй этаж. Тоже, видите, хорошая территория. Насчет цены этой квартиры, дорогие зрители, цена этой квартиры, которую я сейчас снял, 265 тысяч евро. Также видно горы. Айда 1250 лет. Ну, я почти дошел до главной дороги. Сейчас нажму паузу. Вот здесь подземный переход. Квартира подходит под ВНЖ, открытый район для... получение вид на жительство в Турции. Тут несколько подземных переходов к морю. Здесь просто надо спускаться. И в той стороне есть напрямую. С дороги можете войти в проект. Ох. Мне бы сейчас искупаться. А здесь ресторан, пляж 43-й. Также 42-й есть, 41 и 40. До 39-го пляжа, здесь 500 метров, песчаный пляж и плавный вход. Плит нету. И вода здесь попрохладнее, чем в других районах Алании, так как втекает прохладная вода, плюс 6, плюс 8 градусов, речка Дим, да? Вот в той стороне. Чем ближе к речке, тем вода прохладнее. Также можете прыгнуть в речку, выйти оттуда, прыгнуть в море. Это очень... Здесь мало народу бывает. В той стороне народу побольше, так как близко, дорога близка к морю. Она просто пройти идет. Видите? Песок и плавный вход. Где-то 7 метров, потом 8 метров, начинается глубина под уклоном. Крепость Алания, все глазами видно вот так, а сейчас видите. Так что, дорогие зрители, ставим лайк, подписываем наш канал, пишем комментарий. С вами был Акасий, солнце Алания, район Космо. Всем пока-пока.